Всем привет! В этом видео поговорим о шприцах У-40, У-100 и У-50. У меня их с собой, к сожалению, сегодня нету. Те вопросы возникают у тех людей, кто собирается работать с ботоксом, ботулаксом, диспортом, ксиамином. Инсулиновые шприцы, которые продаются в обычных аптеках, называются они У-40, У-100, да, вот эти самые популярные, самые ходовые. В принципе, вот девочки из других стран ко мне приезжают, у них У-100 есть в аптеках, да, вот есть еще У-40. Итак, в чем же разница? Смотрите на объем, да, у нас шприц У-100, У-100 на 1 миллилитр, то есть на нем самом написано, что он 1 миллилитр. И У-40 вот такой красненький, на нем тоже написано, что это 1 миллилитр. Только у нас разные деления, да, то есть тут у нас отметка 100, тут отметка 40, но количество вещества и в том шприце одинаково. И для того, чтобы не путаться, да, в этих шприцах, разводят ботокс. Давайте договоримся, что ботокс, ботулакс в нашем видео, в этом, да, разводим одинаковый ботокс и ботулакс. То есть не имеет значения, ботокс это или ботулакс на 100 единиц. Так вот, для того, чтобы развести ботокс или ботулакс таким образом, чтобы у вас в одном делении получилась 1 единица, нужно определиться сначала, с какими шприцами вы будете работать. У-100 или У-40. Если у вас шприц У-100 и вы им будете работать, У-100, тогда вам нужно будет У-100 на 1 миллилитр. Тогда вам нужно будет развести 100 единиц препарата сухого вещества, развести 2 миллилитрами физраствора. Если вы разведете 2 миллилитрами физраствора, тогда в одном делении шприца У-100 получится 1 единица. Соответственно, если вы вдруг разводите эти 100 единиц не 2 миллилитрами физраствора, а 1 миллилитром физраствора, тогда у вас в одном делении будет 2 единицы. Да, вы должны это учитывать. Но принято работать, разводя 100 единиц на 2 миллилитра. То есть это такое, так заявляет производитель, да? Это в инструкции написано препарата, что нужно разводить на 2 миллилитра. Если же у вас шприцы У-40 1 миллилитр, тогда 100 единиц препарата вам нужно будет развести на 2,5 миллилитра физраствора, чтобы работать шприцами У-40 и чтобы в одном делении у вас была 1 единица. Вот, если у вас есть еще шприц У-100 на 0,5 миллилитров, есть такие, да, то там получается У-100 0,5 шприц. Если рядом 2 шприца таких положите, это у вас получится как будто бы 1 шприц У-100 1 миллилитр. То есть 0,5 миллилитра плюс 0,5 миллилитра получится в общем 1 миллилитр. То есть разводим так же, как шприцы У-100 1 миллилитр, то есть 2 миллилитрами физраствора 100 единиц. И тогда получится У-50 на 0,5 миллилитра 1 единица в одном делении. Вот такая арифметика. Надеюсь, что у вас с этим сложности не будет. На самом деле, да, в этих шприцах это основная проблема, когда приезжают ко мне, когда где-то отучились, вот у них какие-то знания есть, даже по анатомии, по мышцам, по точкам, а вот шприцами до сих пор все путаются.
Я искренне надеюсь, что таких путаниц у вас будет все меньше и меньше.